Никогда не сравнивайте себя с другими. Почему? Потому что, первое, твой единственный соперник – это ты сам. Ты должен быть лучше сегодня, чем вчера. Второе, сравнивать себя с другими – это несправедливо, потому что каждый человек попадает в разные ситуации. Третье, это может мешать твоему развитию. Если ты будешь сравнивать себя с человеком, который слабее тебя, ты будешь высокомерным, и это будет мешать тебе развиваться. Но если ты будешь сравнивать себя с человеком, который сильнее тебя, тогда ты будешь завидовать ему. Это тоже будет мешать тебе развиваться. Поэтому никогда не сравнивайте себя с другими людьми. Вот так. Пока.